Фаина, файна, на, файна, 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 на. Вот какое имя, какая имя. Привет, мы легендарная группа. Да-да. Вот уже 40 лет мы ищем свою Фаину. Где же она живет? Решили мы в этой осенью тоже податься куда-нибудь, поискать Фаину. Где же она может жить? Или... Мэриленд Канти. Либерия, Мэриленд. Штат же такой в США был. Ладно, штат. Айрай. Палау. А может быть... Боливию. Ого. Или... Норд-Холланд. Нидерланды. Где же Фаина, Фаина, на, Фаина, 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 на, на. Вам поможет охранник из бразильских музыкантов. Вставай! Вставай, лодырь! Я уже встал. Охрана! Встает охрана! Слышал? Нам надо найти Фаину. Да-да, я уже вызвал других. Hi, I am Peppa Pig. Press a key. Это не Фаина, это Пеппа. Вот Эмили. Это Эмили. Это Кэнди. Это Сузи. Это Зои и Ребекка. А где Фаина? Упс. Она, наверное, на пиратском корабле. Пираты, наверное, захватили ее в заложники. Высадили где-то на необитаемом острове. Мэриленд, то есть, как? Либерии. Ага, первый балл. Ну ладно. Смотри, охранник. Дядя Федор и Галчонок. Ой, извините, нам надо срочно ехать в Простоквашино. Нас уже такси ждет, и на поезде быстренько Простоквашино будет ехать. А вы можете, кстати, с нами ехать на станцию. Там отправляется как раз поезд в Простоквашино. И не только. В Боливию тоже. И в Боливию можно попасть даже. Да? Боливия? Ну ладно. Первый балл, Боливия. Сквайр Трелани. Такс. Волк. Я волков боюсь. Уберите этого волка. И я боюсь тоже волка. Он гонится за мной тоже. Ну, погодите. Сквайр и Заяц. Давай, Заяц, быстренько. Пройдемся по буквам. Бензин. О, давай возьмем джипец какой-нибудь, полный бак. Боливию. Бензин и по Боливии. Все, второй балл. Светофор. Желтый, красный, синий. Нет, не похож на светофор. Автомобиль. О, спасибо, Айрай. Первый балл. Мотоцикл. Ага, не трожьте мой мотоцикл. Я сам с ним незаконный эрон-дон-дон буду делать по Мэриленд Канти. Да. Вот как раз мой мотоцикл звучал. Три кота. Так. Три кота. Три хвоста. Миу, миу, миу. Ух ты, какой у тебя цветочек. Это для группы На-На. Я обожаю их песни. А, ну так, может, поможете нам? Вот, например, поезд ездит в Боливию, как Дядя Федор говорил. Да. Садитесь и едьте. В Боливию вместе с Дядей Федором. Второй балл. Может быть, найдете свою Фаину. Так, крошка Еноти.
Всем привет, всем привет. Что вам нужно? Поговори с этими блохастыми собаками. Да? Ну, я думаю, что вам поможет тут только Супермен. Твой папа самый сильный, самый смелый и самый отважный мега-супермен вселенной. Да. Он наверняка знает, он облетал всю вселенную. Ну, папа... Каждый день, приходя на работу, я переодеваюсь в специальный костюм Супермена и лечу во всему Боливию. Третий балл, ага. Ясно. Боливия, значит, ты... Фокус, фокус и фунтик. Лучший кофе на дороге. Лучше пороги, протянут ноги. Давай лучше с Машей тогда чайку попьем. Заодно и азбуку выучим. Конечно, фунтик. Выучим вместе с Машей. Ну, Фунтик, нажимай и слушай. Бабочка. Бабочка. Ах, как порхают бабочки. Самовар. О, как раз чайку для нас готовят. Норхолланде первый балл. Арбуз. Арбузик. Обожаю арбузики. Да-да, Фунтик. Маша. Поиграй со мною. Поиграй со мною. Честно-честно, я смогу поиграть с Машей? Честно-честно. Иди играйся. Ура, ура. Дурилла. Кто такие будете? Мы группа Нана. Что вам нужно? Нам надо искать страну, где Фаина очутилась. Вы знаете, как называется моя гостиница? Три дороги. Значит, три дорога. За тройную плату пущу, а так мест нет. Да, и помощи тоже нет. Да, Дурилла, нужен ты нам. Нам девочка. Ну, Маша что? Обещала помочь. Бесплатно. Ну, сразу сдастся. Или половить. Не надо ловить, не надо ловить. Только не медведя. Он рычит, он очень рычит. Не надо медведя. Я скажу, да. Надо сказать Дурилле подсказочку. Ну, давай. На границе хмуро ходят... Охранники Боливии. Ага, четвертый балл. Кот Леопольд и мыши. Серый и белый. Да. Леопольд. Да, да. Наконец-то мы живем... Дружно. Объявление. Вот. Мыши. И вот мыши. Так что я вам тоже советую найти свою Фаину и наконец жить спокойно и дружно и счастливо. Не так ли? Да, Леопольдушка. Так, а для этого я вам даже попробую найти подсказку. Мамонтенок. Как-никак вы настоящие мамонты российской эстрады. Третий балл, Мэрилин. Айболит. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Сундук. Кладка-то Леопольда хотите найти? Не надо. Мыши уже нашли. Бачок, смоляной бачок. Так. Ваня и водяной. Я водяной, никто не водится со мной. Погоди ты, Петь, надо Фаину найти для группы Нана. А кто такая Фаина? Ну, это девушка, у нее красивые глаза, у нее красивые уши и у нее красивый нос. Ух ты. И язык ей огромный. А также ей внутри находится кровь. Да. И очень горячее сердце ей. Да?
Ну, сходи к бабам-ягам, они знают заветные слова. Да? Земля, прощай. В добрый путь в Боливию. 5-й балл. О, слышали? Да-да-да, все, 5-й балл, Боливия. Ну как без объектов? Ой, этот гад пробовал. О, объедение. Обожаю круассанов. Ням-ням. Ням-няшка. Куда? Ему так, так ему надо, что он обидел Кнайфа. Да. Так ему и надо. Ну, лампочка, освети нам путь. Конечно, дорогие. Бэ. Белоснежка. Думается, это Фаина? Не, по-моему, это принцесса. Страшила! Не-не-не-не, нормальная, красивая девушка. Антошка! Кто, Антошка? Пусть копает картошку и не лезет к нашей Фаине. Мамонтенок! Да, к мамонтам российской эстрады. Так. Мэриленд балл получает. Да, 5-й балл. Мэриленд. Охрана! Встает охрана! Ладненько, давайте быстрее. Азбуку выучу. Акварель. Так. Мяч. Ну, вообще-то мы не футболисты. Самокат. Ну, если только на болтиках поездить. В разных на болтиках. Да. Будильник. О, слышите? Меня мой хозяин зовет в бой помогать сражаться. С македонским. Я буду убить короля. Победили македонского, от него остался только конь черный. Конь черный? Покататься? Это хорошо. Я не думаю, что вы покатаетесь, но все равно идите искать из черной страны. Так. Нету охранника. Нет ничего черного. Да? Ну ладно. Извините, я хотел помочь. Но все равно я победил. Так-с. Что опять? Это уже азбука. Умный мальчик ждет. Ну, голчонок, попробуешь выучить азбуку? Карррр! Ну, давай, попробуем. Какая это буква? Автобус. Карррр! Автобус. По штате Айрай. Так, 3-й балл. Самолет. О. Летит в Северную Голландию. 3-й балл. Баран. Карр. Муравейник. Карр. Дакар тебе. Обычно ты сказал, кто там. Кто там? Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес заметку пропавшего мальчика. Да. Кто там? Это я, Винни-Пух. Пришел утром в гости. То там 100 грамм, то тут 100 грамм, на то оно и утро. Хорошая песня. Ну, Винни-Пух, какого цвета? Я коричневый, и твой дом коричневый. Да, ну чё, поищем их. Мэриленд Кэнти. Так, 4-й балл. И чё? Ток. Ну что же это тебе ётся? Ну, потому что Фунтик, я беда.
потому что вы пьете лучший кофе на дороге. Вот отхлебнете, протянете ноги. Оба прогнали. Вот так будет со всеми плохими зверятами и людьми, которые смеются над нами. Так что поищите красный цвет флага. Моя чашечка кофе. И как наши носы. Северная Голландия. 4-й балл. Боливия. 6-й балл. Мэриленд. Всюду красные. Честно-честно? Ну, честно-честно, Фунтик, всюду красные. Ок. Сквайр Тревани. Мы же опоздаем на судно. Да? Все, бегу. Нет волков? Нету, погнали. Да, за зайцем погнался. Он за зайцем, потому что он смеялся, что он Фунтик Ябеда был. Все, я бегу на корабль. Куда же корабль наш отправляется? Корабль в Боливию плывет. Но Боливия сухопутная страна. Ах да, шутка, в Мэриленд лучше. Пятый балл. Да, там нету доступа к морю. Та самая, как у Парагвая. Да. Ой, миу. Ух ты, это что у нас? Это азбука котятки. Да? Зеленая. Компотику надо выучить. Ну, давай, попробую. Машина. О, 5-й балл Мэриленд. По всей Мэриленду на машинке. Так. Белка. Есть ли белки в Боливии, карамелька? Не знаю. Не знаю, тоже не знаю. Слон. Но слонов точно нету в Нидерландах. Только в Африке. Да. Арбуз. Все, пошли кушать арбузика. А мама нам, кстати, испекла вкусную эту яичницу. Да. И каравай вкусный. Там должно быть очень-очень вкусно, очень-очень хорошо дома. Пойдем? Пойдем. Пойдем домой. Пойдем кушать. О, я тоже пойду домой. Сколько у меня букв? Десять. А вы послушайте 10-ю песенку. Да, потому что всем уже пора. Крошка енот. Енот. Группа Дана. Дана. Так. О, так, значит, спать хотите? Ах, у меня три дорого, три раза будете платить? Нет, конечно. Ну, тогда до свидания. Да. Мы еще не доедем. Мы еще и хотим спать. Нет, мыши, пора вам спать. Ну, вся надежда на тебя, Ваня. Помоги группе Нана. Кстати, и Водяной, я говорю этим двум приметам каким-то. И эти приметы пошли за экспертом. Нет, я ничего не хочу. Не буду помогать, они меня сожрать хотели. Ты хочешь лампочку, ты помогай. Я не буду. Да, почему-то. Ладно. Я освещу им путь к эксперту. А вы? Нет.
Здравствуй, Ваня и Водяной. Да здравствуй, Дедушка Мороз. Тут мои друзья собираются Фаину найти свою, но у них цветов нету. Дашь им фиалочки? Конечно, вот им фиалки. А они обещают придумать новогоднюю песню и спеть. Хотя они уже спели новогоднюю песенку. Если много мы пели песен, даже про колокольчики пели. И про елочку пели. И салютов много делали. Молодцы, группа Нана, потому я вам и помог. Вот вам цветочки, отнесите Фаине. Окей. Не теряйте вы времени, Нана. Я не могу так долго ждать. Лампочка, нашла там эксперта? Давно мы с Хурасаном вызвали. Мы стояли, пока вас ждали. О, привет, группа Нана. Атлантида. Какая Атлантида? Фаина, Фаина, Фаина. Твоя песня Атлантида же была. Да, я тоже в поисках своей Атлантиды. Может, дай поищем вместе? Давай. Вы Фаину, я Атлантиду. Идем вместе в Боливию. О, гимн национал Боливия. Отправляешься на поиски Фаины в Боливию, в Сукре. Надеюсь, они найдут Фаину и угомонятся наконец.